Великодні гаївки. Так називається праздник весни і пробуждення природи, який традиційно проводиться в учебно-воспитательному комплексі «Мрія» імені Олексія Паради в канун Пасхи. Учасників цього дійства чекав необычний подарок від депутата міського совету Михайла Молчанова. Пожалуй, нигде так красиво не выглядят детские утренники, как в зимнем саду учебно-воспитательного комплекса «Мрия». Особенно любят здесь проводить праздник весны и пробуждения природы, в котором принимают участие и дети, и учителя, и родители. Великодні гаївки дают возможность ребятам познакомиться с народными обычаями и обрядами, а также продемонстрировать свои творческие таланты. Діти дуже полюбляють згадувати традиції своїх бабусь, своїх дідусів. Дуже люблять відтворювати те наживе, співати. І навіть перший клас, не дуже знаючи і розуміючи, але намагається вивчити вірші українською мовою, як бачили, розказують, розповідають. По словам бессменного руководителя этого учреждения Анны Захаровны Скирко, «Мрии» ребят обучают не только школьным предметам, но и все делают для того, чтобы дети росли патриотами Украины, любили свой Запорожский край, уважительно относились к старшим. А Миша Шевченко даже захотел передать привет своему дедушке. Мне, может, присесть? Дедушка, тебе хороший? Да. Нравится? Да. А чем он тебе нравится? Он умный. А еще какой? А бабушка? Бабушка красивая, умная. И добрая? Да. Между прочим, дедушка Миши, депутат городского совета и директор транспортно-производственного управления предприятия «Моторсич» Михаил Молчанов, который давно шествует над этим, а также многими другими детскими садами и школами Шевченковского района. Его помощники Дмитрий и Яна передали от него воспитанникам «Мрии» эту необычную пасхальную корзину. Да, это уже вошло в традицию. Не первый год мы дарим, и дети потом разрисовывают эти яйца. И, наверное, скоро будет проходить конкурс, кто лучше разрисовал. У нас своя страусиная ферма и свои страусиные яйца. Я хочу подякувати нашему депутату Михайлу Миколаевичу за его щорічні подарунки. Він кожного року не забуває дітей. І ось такі великі яйця приносить нам, дарує, а ми їх розписуємо і поповнюємо нашу колекцію. Недавняя сотрудница «Мрии», а ныне заслуженный волонтер Екатерина Матюха, сказала, что все эти поделки она обязательно отвезет участникам АТО, потому что, по ее словам, ничто так горячо не греет сердца наших защитников, как обереги, сделанные детскими руками.